О, ребята, всем привет. Давно не играл в Европрак. Сегодня вот спасибо продавцу. Ссылочку на все. Ну, ссылочка на программу, через которую сейчас подключил. Куплю сегодня веб-камеру от Sony PlayStation 3. Будет. Ну, короче, ссылки будут вот, писать, короче, не на камеру, а именно на канал Добро Едет, где вы можете приобрести, ну, перейти по ссылочкам, там, скачать, ну, две проги, одна, которая драйверами идет, а вторая именно вот программа для того, чтобы можно было вот так вот, оп. Но сейчас я как раз ищу веб-камеры, которую откупил, как ее сейчас закрутится. Ну, не понял, она на все что ли реагирует? Ну, это прикольно. Ладно, попробуем проехать сейчас. Стоп, машина. Запускаем бибику. А, все, отлично, у меня просто педали, бывает, подгрукивают. Что, поехали сейчас за грузиком? Врезаться умудрился. Поехал сюда, блин. Бля, ты можешь по ночи? Еще прицепом зацепился, ты что за бунки такой? Ты что такое? Начинает немножко мозг живой при этом. Ну, скорее всего, из-за того, что она у меня в комментариях не на столе оставить, или же перенести со стола на монитор. Как лучше рядом с комментариями. Так что, ребята, первую часть мы уже запишу. Это для убирать. Правильно.
Я не заехался. Нам-то куда вообще, подождите? Сюда, не сюда. А давайте посмотрим отсюда грош. Только как отсюда взять, я не помню. Я, наверное, не туда повернул. Ну ладно, сейчас отсюда что-нибудь возьмем. Только надо вспомнить, как брать сюда еще. Сейчас посмотрим, мы сюда что-нибудь есть, нет. Это... Это стена, точно, блин. Значит, сюда мы же там чуть-чуть. Так. Я думал, вся лужа, да. Насколько было оценено?
самое. Должен еще лет не играть Euro Truck Simulator 2. Давайте вот это поем, короче, коробочки на 20 тонн, 16 в литву в Латвии, да? Не, поехали в литву, в Латвию, не в литву, точнее. Подешевле, конечно, надо выезжать. Ну, поехали, короче, да. Прям сейчас где-то работаем. Сим-сим откроется, что ли? Там пойдем сюда. Ну, можем мастера, когда ты пустил там деле. Как я думаю, сейчас на разлад заеду. Потом. Так, пока уже. Немножко так встал. Совсем нельзя завернуться, вообще заломал камеру, из машины смотрю, ну да, давай. Да, и всё. Так, давайте перекрываем, просто лучше, кстати, чем звук, она
более как-то чуть-чуть. Я думаю, либо это все-таки. Хотя продавец. Не, продавец хороший человек, мне очень понравился. Ну, если я через бережность вещи пользовался, то в принципе любая вещь, она. Ну, вы сами понимаете, о чем я. Так, как на дворике, так что не помню. А что дворники запрограммировал. Ладно, поехали. Нам ехать аж с вами 50 километров вот до сюда. Ну, короче говоря, давайте с немножко еще поснимем выезд из города, а потом мы будем закадывать эту езду. Так что
понятно, короче, на настроение. Так что ладно, давай, будем заказывать. Давай, там. Так, в принципе, все осталось там особо. Где-то 320 километра. Вспомнил грузи. Сверху был, я не помню пока, но здесь, может быть, и будет, да. Сейчас другой флаг. Прикольно. Это они, конечно, сделали, что ты, ну, то есть, показывают флаг той стороны, в которую ты въехал. Еще было бы прикольно. Да, вот это было прикольно, я так себе. Если помещишь, ну, допустим, если ты на территории РФ находишься, да, допустим, значок рубли и сумма в рублях. Если ты, допустим, на территории Евросоюза заехал, и у тебя там 2 евро, вот это было бы прикольно. И жалко, что, конечно, на царстве России голосишь, что сегодня не очень. Я бы поиграл в свой очень.
поедет чисто по территории России и Украины, пишите в комментариях, если бы это было бы одно большое ДЛСИ. Я бы погонял с ДЛСИ, что по России, что по Украине. Что это за мир во всем мире. И был бы шизовый. Шумно, которое всего смотрит. Мы с вами продолжаем путешествие по Европе. Нам осталось только это. Наш еще не маленький паузу. И мы уже когда подъедем, почти-то я хочу все равно Нет, там еще рано. Таблетки успокоят.
Петербурге. Камера и плюсом вот этой фигне это топчик. Нам все вряд ли, нам надо прямо немножко прыгнуть налево. Ладненько, первую тогда. Новые. Мы запаркуемся вот так вот. Вот. А поскольку у меня прямой привод, он от него пользует это. Вот как от этой фигни, которую ты мне можно настроить пробник. Thank you.
прочесть все, что будет в комментариях. Мы с вами задаем голос. Чем мы с этого поймем? Да ну, Маш, я думал, я его повредил. Ребята, вот за это лайк поставьте. Ладно. Продолжить. Так вот, нам продолжить. И сейчас нам надо карту. Карту именно. И найти здесь нас сервис. А если он в Риге вообще? Так, это гараж. Нет, там нет, да? Или есть? Текущий конвой, вот можно эти конвой брать. Внешние заказы. Да, ну где тут? Вот он. А, вот же он точно. Чирик, сейчас на эмбатер сюда. Чпыньк. Чпыньк. Ну, поехали в путь. Зал. Так, эмбатер включен. Последнее время играю.
удовольствие будет звук. Пишите в комментариях, вот так. Если ничего не поесть. Так. Ого, прикольно. Сервис. Тюнинг, тюнинг. Сервис нас интересует. Запрос на капитальник. Только не надо так. Смотрим так. Рекомендовано. Давайте там что-то порекомендуем нам. Вот так вот, да? В итоге 29 тысяч. Так. Значит, вот я думаю, что вот это нам не обязательно. Саму штору. Если мы берем вот все. Я думаю, что шины тоже. Не, давайте на них сделаем. Сейчас посмотрим. Вот так вот, вот так вот, вот так. Значит, мы сделаем вот так вот, вот так вот. Давайте еще нам что-то сделаем. Ну что, я не вижу, если что. Трансмиссия, вот там почему-то в принципе не так критично. О! Еще может мотор покончить? О, мы пока вот так так сделаем. Так, выжидаем. Останется только мотор и шина. И все остальное. Ну ладно. Ладно, ребята, еще как вам это стрим, то есть ролик, напишите в комментариях, все ли вам понравилось. Ну, мне лично все понравилось, просто так можно поворачивать. Чтобы на стол, чтобы его можно было смотреть, так, вот это. Но я думаю, надо угол в эту сторону увеличивать.